Зовут Сергей Ушаков, и вы на моем канале. Сегодня пойдет речь, распаковка, вернее, будет распаковка с интернет-магазина товаров для творчества и рукоделия, который так и называется, интернет-магазин рукоделия из города Ростова-на-Дону. Вот, что мне сегодня пришло. Вот. Это вот такой пакетик небольшой. Это мы оставим на потом. Это мы еще вернемся к этому пакетику. Вот что пришло мне. Вот что пришло. Это пряжа Ализе Супервош. Вот. Ализе Супер Вош. Сейчас я вот достану. Вот. Давно я ее хотел, эту пряжу. Вот. Ализе Супер Вош. В 100 граммах 420 метров. Состав пряжи 75% шерсть и 25% полиамид. Вот как она называется. Ализе Супер Вош Комфорт. Вот. Цвет номер. Цвета, если покажет, вот. Колор. Вот. 26,95. Вот такой вот. Вот. Что я и хочу. Я знаю, что с нее носки вяжут. Вот. У меня такой вопрос будет. Кто-нибудь вяжут ли с этой пряжи плечевые изделия? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. 420 метров на 100 грамм идет. Вот. Пришла она неделя. Ровно с момента заказа неделя прошла. Вот. А что в этом пакете? Сейчас мы развяжем все. Развяжем, покажем. Вот. Развяжем, покажем, все покажем. Вот. Так, что же тут? Накладная, но это я вам не буду. Все знают, что это. В любом интернет-магазине есть накладные. Что же это такое? Вот. Пришла мне вот такая вот линейка фирмы Adi. Это счетная рамка. Все ее знают. Для расчета вязаного образца. Для того, чтобы знать. Вот. Ну, она идет два в одном, видите. Тут можно и спицы мерить, и само, сам образец. Вот. Ссылку на интернет-магазин. Хотя, что ее оставлять? Все его и так знают. В любой поисковой системе наберите интернет-магазин рукоделия. Он сразу первый выйдет. Вот. Что еще пришло? И вот пришло мне вот богатство. Инструменты. Вот. Вот и вот. Вот они. Спицы. Вот. Так, ну что, начнем. Спицы у нас Knit Pro Symphonia. Номер 4. 4 миллиметра спицы. Номер 4. Длина тросика 40 сантиметров. Но это вместе с учетом спицы, я так понял. И вот эти спицы,
Они деревянные, я уже сегодня смотрел. Вот. Дальше что у нас? Вот. Вот. Книт-про-зинк. Номер 3,5. 40 сантиметров. Извиняюсь за голос, я простывший. Поэтому. Вот. Такой вот хризолитовый цвет называется. Но настолько красивый. Я еще потом буду заказывать. Вот. Сейчас мы посмотрим. Вот. Также Knit Pro Zinc 40 сантиметров 4 миллиметра. Спицы круговые. Цвет сапфир. Темно-синий. Вот, я их два комплекта заказал, потому что я посмотрел, у меня вообще четверок, именно вот 40 сантиметров, вообще мало. Вообще мало. Эту сюда. Вот. И вот такую еще заказал. Тоже Knit Pro Zinc 80 сантиметров, длина тросика. Номер 2,75. Цвет сердолик оранжевый. Ну, настолько красивый. Это настолько все красиво. Вот. И вот, пожалуйста, напишите в комментариях, вяжут ли кто-нибудь вязал плечевые изделия именно вот с этой пряжи, с Ализе Супер Вош. Я знаю, что носки, вот я тут смотрю, шапки вяжут. Вот носки. Я знаю, что я вяжу носки, и я брал, она носочная, но она к телу, не знаю, мне нормально. Вот. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите, кто вяжут ли с нее плечевые изделия и можно ли с этой пряжи вязать шарфы. Вот. И каким узором? Если резинка, так я думаю, тут узор не будет так ложиться, как он в лицевой глади ложится. Вот. Пожалуйста, напишите в комментариях под видео. Ну что, спасибо всем, кто посмотрел, кто заглянул. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующие видео, обзоры, распаковки, обзоры. Вот. Ну, пряжа очень такая мягенькая, хорошая. Вот. Да и магазин. Я делал заказ в интернет-магазин рукоделия. Первый раз, абсолютно первый. Вот. Первый раз я делал. Вот. Ну и всем спасибо. Всем пока и до новых встреч.